Успела Леди Гага порадовать своих поклонников эпатажным клипом «Born This Way», где она предстает в образе прародительницы чудовищ, или, как ее называют фанаты, «мамы монстра». Как блондинистая фрикесса готовит новое видеотворение «Джудас». Свежий ролик в очередной раз обыгрывает тему религии. В клипе Гага рассекает по улицам на байке в компании рокеров, признаваясь в любви Иуде и изображая плохую рок-девочку Марию Магдалину. Иисуса Христа скандальная певица показывает в образе темнокожего байкера с терновым венцом на голове. Так что теперь католическая церковь проклинает знаменитую певицу. Недовольны остались и некоторые поклонники Гаги. Они обвиняют ее в заимствовании сюжета из старого видео Мадонны «Like a Prayer». В интернете появилось видеообращение истеричной американской школьницы Сары к Леди Гаге. «Пожалуйста, не слушайте эту песню, а то вы попадете в ад!» И многочисленные ответы и пародии фанатов фрик-певицы, посвященные уже Саре. Песня «Джудас» Иуда пока приносит Гаге одни неприятности. Сначала композиция попадает в интернет задолго до премьеры. Затем хакеры взламывают официальный сайт «Мамы Монстра», ее Twitter и Facebook. А на презентации песни в прямом эфире у скандальной леди ломаются наушники и микрофон. Из-за этого ей тут же приходится переделывать все танцевальные движения. С каждым новым клипом Леди Гага шокирует публику все сильнее и сильнее. Круто, особенно если учесть, что новый альбом еще даже не вышел. Пластинка «Born This Way» должна появиться на свет уже в конце мая. Юлия Бабурина, Про новости.